В детской поликлинике номер 2 Щелковской городской больницы начал работу врач-педиатр Дмитрий Карпенко. Уже четвертый месяц он ведет прием маленьких пациентов и оказывает им помощь на дому. В 2016 году закончил Донецкий национальный университет и уже 7 лет работает по специальности. На вопрос, почему решили стать педиатром, Дмитрий Карпенко отвечает: «Все мы в душе дети». Такой подход помогает быстро находить контакт с маленькими пациентами. Каждый из них требует индивидуального подхода и чуткости. Чтобы быть здоровым, врач советует соблюдать некоторые рекомендации. Основное – это, опять же, то, что мы как едим, вот эти наши, как мы относимся к стрессам, насколько мы стрессоустойчивы, вот, и режим, и работа, и отдых. В этом году Дмитрий Карпенко вместе с семьей переехал в Щелково и устроился работать в детскую поликлинику. Молодой врач уже получает компенсацию за аренду жилья и ежемесячную губернаторскую доплату. Воспользоваться мерами поддержки и обустроиться на новом месте молодому специалисту помогли социальные работники, сотрудники Щелковской городской больницы и администрации округа. Главное, видно, что заинтересованность. Видно у руководства, у тех администраций, которые занимаются этим всем вопросом, что они заинтересованы в том, чтобы здесь люди работали, люди получали хорошую зарплату и хорошие условия для труда. Для привлечения молодых специалистов и профессионального роста врачей в Московской области создаются все условия. Благодаря целому ряду мер поддержки, компенсации аренды жилья, губернаторской доплате, социальной ипотеке, программам «Приведи друга» и «Земля врачам», коллективы учреждений здравоохранения Щелково постоянно пополняются молодыми специалистами. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.